Порядка 400 нарушений ранее были выявлены инспекторами Госавтотехнадзора на детских площадках в Московской области. Какие работы были проведены по их устранению, в нашем материале. По всему городскому округу прошла проверка состояния содержания игровых зон. Более чем на 60 объектах наведен порядок по предписаниям инспекции. Отремонтированы поврежденные за зиму игровые элементы, проведена повторная покраска, убран информационный мусор в виде листовок и объявлений, а также восстановлено погасшее освещение. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.